Это мельница с 1894 года. Привезли с Украины по детально и здесь его собрали. Сейчас, благодаря проекту «То, что мы выиграли», делается полностью реставрация этой мельницы. Конечно, у нас люди хорошие, не сломали, не сожгли, не украли, самое главное. Мары и рентростари депло рабили. Подсадили рау путреди, ла фундации, тот и рау проблеми. Интервенция принципала фоспе структуры, щипе палелеска, сапатил украдила вин. Копол ностра фосту фачим ка музел, дар пен ла урм са принят с фиеш лукратив. И, конечно же, нам бы хотелось, чтобы она сохранилась и дальше, потому что она досталась нам от предков, от дедушек, бабушек. Конечно, хотелось, чтобы она и была в рабочем состоянии. Мы в дальнейшем планируем сделать большую территорию, там, где будет оно типа как подковы, будет дом мельника, будет печка, то есть мы хотим тут и хлеб печь. Также вокруг ветряной мельницы мы хотим сделать очень большие мероприятия. Прославить наше село, наше Гагаузии, нашу Молдову, чтобы люди пришли сюда с удовольствием. Сейчас реставрируем, ставим его настоящий на ноги. И еще на 100 лет, наверное, будет. Очень село, очень рада, что это остается. Это история, это символ нашего села.